трещал по швам, карабкал сатану, срывался в бездну. Я женщину нашел, увы, не сам. Я сам лишь только умирал, воскреснув. Я распался, констатируя распад, и ускоряя жизнь, не ждал исхода, лишь научился ждать и догонять. Немало ведь для одного похода. Нет, мало-мало, просто ничего. Любые смысли в сущности ничтожны. В чем смысл мгновения счастья твоего, которое измерить невозможно? Ни время, ни мера весов, ни блеска золота, ни в футах, ни в каратах, ни даже лучшим сочетанием слов. Ничем иным, что дорого и свято. Так для чего тогда я прозревал? Тонул, трещал, карабкался, срывался. Быть может, главное, я что-то прозевал. Не надо было уходить, дневник остался. Я оказался в этом, а не в том, судьбою уготовленном мне месте. И если это вызов, я готов ответствовать по всем законам чести, законам неосмысленных миров, которых невозможно и осмыслить, хотя за поиски их первооснов могли из мира этого отчислить. Но если не отчислили пока, я каждый миг приму за невозможность жить так, как прежде уже жил века. И к черту здравый смысл и осторожность. Так совершенен твой апофеоз. Уже не нужно даже и молиться. Доктору уже теперь вопрос. Мгновению не пора остановиться.